городским воронам нет равных среди птиц и животных в придумывании себе развлечений для веселого отдыха в перерывах между поисками пищи. Их фантазия и любовь к движухе не знают границ. Из последних вороньих развлекух катание на автомобильных дворниках. Причем мода появилась одновременно в разных странах. Оригинально, очень подвижно и абсолютно без конкурентов. 5 с плюсом.